Всем геймпас, Миропас, и сегодня с вами продолжаем играть в нашу долгожданную и всеми любимую игру Ultimate Custom Night. Сегодня, на удивление, будет два челленджа, а не один. Ну и сегодня я не буду выполнять 50 на 20. К сожалению, так. Так, хорошо, первый челлендж у нас называется «Поднял бобра». Кстати, какое-то странное название. Так, окей, Фредди на 20-ку. Короче, что я вам рассказываю, вы и так все видите. Берем DD Repel и отправляемся в путь. Так, сразу включаем генератор и закрываем эту дверь. Ну и вентилятор можно выключить. Потому что здесь будет ходить Фредди, и он стоит на 20-ку, чтобы за ним сильно не следить. Так, у нас есть Баллон Бой, Молтон Фредди, еще Джей Джей, которая появляется вроде под столом. Ну и вроде тоже отсюда вылазит. Ну, на них, в принципе, все равно пускай. А нет, батарейки нам надо, кстати. О, кто у нас еще тут есть? Ну, вроде отсюда бы никто не заходит. Так же у нас есть только Молтон Фредди. Так, хорошо. Мы прогнали уже троих. Неплохо. Ну-ка. Опа, опа. Ага. Сейчас. Я знал, что ты там сидишь. Ё-моё. Скраб-трап, может, харе уже? Пухаешь, блин, тут. Серьезно. Ребят, что за фигня? Харе уже, скраб-трап. Ну хотя бы, я серьезно, я забыл, что здесь есть скраб-трап. Сиди и не рыпайся. Угу. Надо. Двоих сразу, что ли, прогнал? Ничего. Носик. Да что ты там опять ходишь? Ты ж на 15 стоишь. Ага. Ага. Угу. Да-да. Конечно. Слушайте, ребят, это классная тактика. Даже если бы в челлендже была Rockstar Chica, я бы все равно вот так вот поставил эту табличку, и как тогда? Просто здесь дверь закрыта, а здесь табличка. Да и вообще все офигенно было бы. Но как мы видим, у нас уже 3 часа утра. 3 часа утра. И, в принципе, можно отдыхать 20 фаскоинов. Я в шоке. Интересно, а если, к примеру, мы собрали все эти фаскоины, нам они будут даваться как бонус? Это нет, вряд ли. Да, жаль. У меня вопрос, ребят, а почему мы их себе сюда затащили, этого баллон-боя? Просто, может, нам, кстати, сказала администрация, ну, нате вам тут немножечко этого баллон-бойчика, пускай он тут с вами немножко посидит, потому что, как мы видим, его некуда ставить, уже все заполнено спрингтрапом, да и вообще всеми заполнено. Так что, ну, посидит у вас в офисе. Кстати, ребят, хоть он стоит на 20-ку, все равно он не каждый раз вылазит, когда я... Опускаю и поднимаю планшет. О, видите, сразу пропал. Уходи отсюда, кыш, кыш. Так, хорошо, ребят, следующий челлендж у нас называется «Безумие безумных». Странное название, ну хотя, в принципе, тут не странное, как раз-таки оригинальное. Хорошо, я не знаю, этот челлендж для меня будет немножко сложный. Да не то, что немножко, а офигеть как сложный. У нас, во-первых, добавляется той Фредди, а во-вторых, добавляется Чикуля, за который тоже нужно слушать. Хорошо, посмотрим, попробуем, пройдем, не пройдем, узнаем. Думаю, что будет сложно. Очень сложно. Если бы я сейчас запомнил, кого я поставил. Так, хорошо, вот это нам не надо. Вот это нам главное закрывать, потому что этот Фредди, который у нас уже второй челлендж подряд. Так, окей. Окей. Музыка еще такая, кстати, играет. Ну ничего, ребят, уже 26 секунд держимся, 27, 28, 29. Ну, нормально. А я не помню, ребят, это Джей Джей, она в челлендже находится. Просто, может, я ее как лишнюю поставил. Я не помню, ребят. Опять же, ну, наверное, да. Если я баллон боя убрал, значит, Джей Джей должна быть. Тут, ребят, я как будто в какой-то кладовке нахожусь, а не у себя в офисе, ну... На рабочем месте. Потому что, посмотрите, здесь и маска висит, и какой-то значок не нужен никому. Маски валяются, робот стоит, тоже отключенный. Вентиляции повсюду, зачем? Серьезно, кладовка какая-то, кладовка. Ничего больше. Окей, хорошо, 3 часа утра. 3 часа утра, уже хорошо держимся. Так где они все? Неужели они как вот это с скраб-трапом было, что он стоял на 13, а я ни разу не вылез? Что с вами происходит? Чё вы постоянно багованные? Почему игры багованные? Я уже смирился, что Puppy Playtime багованная. Но, ребят, я так понимаю, что она не была багованной. Просто я пошел как-то не так. Я пошел не туда. И поэтому, мне кажется, из-за этого там как бы уже вещи не нужны. И как бы от них избавились таким образом.
Вообще, ребята, тут очень много отсылок на части ФНАФа. Ну, хотя логично, потому что здесь все аниматроники из разных ФНАФов. Вот, к примеру, это из ФНАФа 3, если я не ошибаюсь. Серьезно, ребят, ну, Чика по-любому нас уже не напугает, потому что у нас с двух сторон все закрыто. Не то нажал. Ну все, получается, мы от Чики защитились. Но, а вот от той Фредди я не знаю, чего его нету. Странно. Окей. Окей. Вроде все норм. Серьезно, а где был той Фредди? Алло, он меня пугает. Он меня пугает. Пипец, ребят, странно. Они тут у меня все вдвоем на двадцатках стоят, и никого не было. Вы что, вообще офигели, алло? Найтмер Фредбер, Найтмер, что вы делаете? Чё? Нет, ну смотрите, кошмар только один раз вылез. И то это был только кошмар, и все. Этот кошмарный Фредбер ни разу не вылазил. Я бы услышал, что он вылазил. Хотя, может, я не знаю. Может, он и вылазил. Но в любом случае, я только один раз слышал, чтобы кошмар вылез. Все. Странно. Вообще, вы меня вообще удивляете в последнее время. Спрингтрап тоже только один или два раза вылез за всю ночь. Вы же у меня все на двадцатку стоите. Короче, ребят, если вы захотите проходить этот самый Ultimate Custom Night на 6000 очков, то берите вот его, оберите его, ее оберите, они забаганные. Да и вообще, в принципе, вот этих всех берите, потому что они, я не знаю, ну это только один раз атаковал. Может, это такой шанс один на миллион, но я не знаю. Я не знаю, что с Ultimate Custom Night произошло. Ух, надеюсь, ребятам понравилось. Не забывайте писать комментарии, а также ссылка на Discord, как всегда, в описании. Между прочим, у нас там нехватка людей, как всегда. А то что-то уже вообще нет людей, можно сказать. Просто в Дискорде можно, вы можете увидеть там и превью, и попереписаться в чате, да и вообще навести суету. Ну и все. С вами был Яропас. Всем удачи, всем хорошего дня и всем аревуар.